Да, я режиссер. Это то, чем я занимаюсь, это то, что я умею. И, наверное, то, что я буду делать в ближайшие лет, надеюсь, 50. Я выпускница мастерской сценаристов. И сейчас я работаю на телеканале «Россия». Гагана, в профессиональном плане я в ожидании дебюта. Ну, я работала в продакшене, сейчас, в принципе, проект там продолжаю и сама тоже как фрилансер снимаю. Сейчас вот я заканчиваю второй документальный фильм, неожиданно я почему-то стала заниматься документальным кино. Как-то оно само так сложилось, не планировала вообще ни разу. В настоящий момент работаю над документально-игровым циклом «Другие Романовы». Планируется третий документальный фильм. Поначалу было хобби, а потом в процессе обучения, да, я уже стал смотреть, что а можно сделать это и профессией. Я сейчас снимаю музыкальные клипы, рекламу, сняла документальные фильмы. Я вхожу в шоу-бизнес, езжу в Москву, общаюсь с артистами. Да мне школа подарила крылья, на которых я беспрепятственно парю, и никто пока не в силах подрезать мой полет. Я думаю, что любая школа, она ценна своими учениками. Вот этот магнит, у вас где-то он стоит, я не знаю, где вы его запрятали. Вы привлекаете очень классных людей, режиссеров, сценаристов, операторов, мастеров. Это одно дело, ты там где-то смотришь видео какие-то на YouTube, на других каких-то ресурсах. И другое дело, когда вот тебе показывают, что-то объясняют. Для меня это, безусловно, люди, люди, еще раз люди. Потому что это творческая атмосфера, которая вокруг тебя. И без этих людей бы ничего бы и не случилось. Все эти годы это был очень, очень положительный опыт и очень теплый опыт, построен в первую очередь на взаимодействии с мастерами, с студентами моей мастерской и смежных курсов. Связи, общение, знакомства, друзья здесь заводишь. Можешь с этой же командой потом какие-то проекты реализовывать. Опыт живого человеческого общения, возможности поспорить, обсудить, вместе что-то придумать. Я не умела ни снимать, ни монтировать, ничего не писать. Я не умела ничего. Но у меня было огромное желание стать режиссером. Мне передали такое колоссальнейшее количество личного опыта, личных знаний, наверное, даже в некоторой степени убеждений, для чего служит кино. Все свободное время я так или иначе тратил либо на обучение, либо на какие-то параллельные курсы, мастер-классы, либо мы ходили, что-то снимали, практиковались, как в рамках школы, так и вне рамок школы, с друзьями, которых я вновь приобрел здесь. Я получил возможность, самое главное, снимать то, что никогда никто мне не закажет. А так как я обожаю эксперименты, Шрифт мне дал огромное поле деятельности для претворения в жизнь всяких разных штучек, дрючек и экспериментов. Ну, во-первых, я пришла как бы в школу уже не с нуля, да, и шла я сюда с четко определенной целью. А мне нужно было научиться работать с актерами. И шла я четко к Юрию Федингу. Вот у меня была цель. Если вы хотите развиваться, если хотите стать профессионалами, неважно в какой сфере, сценарист, режиссер, оператор, нужно к этой мечте своей двигаться. На самом деле очень здорово, что школа продолжает поддерживать отношения как бы со студентами, да, она так не выпустила и выпнула, и забыла про них, а это все-таки активное сообщество. Ну, потому что это реально важно, общайтесь друг с другом, вот не только со своей группой вообще, со всеми, со сценаристами, с режиссерами, влезайте в каждую бочку вообще, если вам что-то предлагают, снимайте, не отказывайтесь, не воротите нос. У вас есть эта минута сесть это написать, или эта неделя это снять и смонтировать. Если оно у вас есть, вот это желание, я вам прям говорю, берите и снимайте. Очень важно узнать, что это такое на практике. Да? И это все началось с каких-то шуточных таких съемок студенческих, киношкольных. И это то, в чем я окончательно убедилась на серьезных съемках полнометражного фильма. Три главные вещи, которым я научилась в школе, это: первое, сценарий не пишется, он переписывается. А второе, то, что красиво снято, это еще не кино. Ну и третье, что незаконченный фильм, проект, это, наверное, самое худшее, что есть на свете. Ну, сделай хотя бы просто, чтобы у тебя была какая-то законченная работа. Ну, покажешь людям, что они скажут. Надо обязательно делать. Всегда говори «да». И я вам советую включать фантазию и не бояться реализовать какие-то смелые идеи, даже если до этого никто так не делал. Это очень важно, потому что ваше видение – это только ваше видение, и
Может быть, у вас есть единственный шанс, чтобы его реализовать. Значит, надо брать и реализовывать. Практика – это самое крутое, поэтому пока учитесь, вообще соглашайтесь на все, оно пригодится. Здесь все стремления, творческие надежды и мысли, идеи получают поддержку, обсуждаются, направляются, можно сказать, в нужное русло. 10 лет – это первая круглая дата, это очень круто. Конечно, я желаю школе как можно больше ценных плодов взрастить. Хочется поздравить ВШРС, пожелать еще десятков и десятков лет жизни. Киношкола пока молодая, но хочется пожелать ей большой, длинной, интересной истории и талантливых выпускников. Дальше долго, вперед, смело, долгие-долгие лета. Я очень вас люблю.